Всем привет! Я приветствую всех на нашем канале. Мы из Эстонии. Ровно неделю назад мы ездили в Таллин, проверяли качество дороги Нарва-Таллин. Сегодня мы едем в маленько другом направлении. Поедем, посмотрим сегодня дорогу Нарва-Валга. Прокатимся через Ихве, через Тарту и посмотрим, есть ли асфальт, торчит ли он из-под снега, есть ли лед, есть ли снег на дороге. Все снимем, все покажем, как обычно, расскажем вам. Смотрите это видео до конца, ставьте оценки, пишите комментарии. Нам всегда интересно узнать, о чем думаете вы, наши подписчики. Пишите нам. Желаю всем хорошего путешествия. Наливайте чай, кофе, пристегивайтесь к дому к табуреткам. И давайте прокатимся с вами по Эстонии. Посыпано. Ну, по крайней мере, здесь дорога не
Таня на юг. И какой-то хуторянин приютил их у себя в сарае до весны. Ну, что он их поймал? Поставил корм, а они сами в сарай зашли. И теперь они днем выходят, гуляют и на ночь опять заходят. Как эти, как страусы на ферме. Но они не, им сейчас физически уже не улететь, уже холодно. Продолжаем ехать по Тартовской дороге. Дальше вода. Мрачное, серое все. Нинаси, проезжаем в Нинаси. В прошлом видео, когда мы ехали на Таллин, я случайно там оговорился или ошибся, да, насчет Макунда. В комментариях было такое написано, что якобы мы даже и не из Эстонии, как будто бы, что мы не знаем таких элементарных понятий, как Макунд. Так она бы пояснила всем людям? Нет. Так и пояснила. Она, там было просто написано, что мне такое складывается такое ощущение, что авторы данного видео совершенно не из Эстонии, так как они не знают элементарных понятий, что такое Макунд. И все остальное. Ну, каждый человек вправе думать и ощущать. Но если да, она знает, могла бы и сказать, что это такое, а не делать из себя умную. Вот, едем дальше. Чудское озеро у нас остается. Ой, господи, по правую сторону. Или по левую? По левую сторону. Знаешь, вы знаете, я даже путаю лево и право. Как так? Да, шнурки завязывать научили, а вот лево-право не научили. Что ж такое? Не тянет. Есть такие автолюбители, которые даже умудряются обгонять. Номер вообще классно виден. Где-нибудь уже под Тарту я включу камеру снова и посмотрим, как там будет дорога. До Тарту еще примерно 50 километров. Продолжаем наш путь. До Тарту осталось 10 километров. Дорога хорошая. Можно уже даже сделать, подбить результаты. Дорога с Ихви до Тарту почищено, посыпано, и льда совершенно нету. Мы ехали всю дорогу 90 километров в час. Я даже совершил два обгона без каких-либо последствий. Лесная дорога, по которой мы ехали, начиная от Ихви, да, до Курымяя, по этой дороге сейчас лучше не ездить. Она убрана, но очень скользкая. Больше 50-60 на ней не разгонишься. Так что если вы едете в Тарту, пользуйтесь главной дорогой. Не едьте через Куртну.
как в Ихве, где я начал тормозить, она дальше поехала. Мы наконец-то приехали в Тарту. Тарту тоже все посыпано, обработано, почищено. Дорога от Нарвы до Тарту у нас заняла 2.5 часа. Это со всеми вот этими медленными передвижениями по лесным дорогам. Сейчас проедем Тарту насквозь и посмотрим, как обстоят дела на дороге, которая идет на Валга. Песок, эта грязь перемешивается, все начинают такие вот коричневые тротуары. Красиво. Лучше бы не песком посыпали, а крошкой гранитной. Речка Эмма-Ига. 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 Мама-речка. Мать-река. Река-мать. Мы выехали из Тарту. Выехали на дорогу Тарту-Валга. Сейчас посмотрим, сколько до Валга. До Валга 81 километр. Теперь проверим, как дорожка. Как эта дорожка в каком состоянии. Дорога на Валга тоже хорошая. Надеюсь, она будет такая до самой Валга. Поедем, так понюхаем здесь дорогу и вернемся обратно. Ну, птицу напоминает, все равно как будто крылышки расправлены. Это наверное, что-то, это не дом. Кафе. Кафешечка. Ну, все равно интересный, да, такой? Ой, баня у них там, смотри-ка. Кто знает, тоже... что это за дом, как птица, да? Пишите в комментариях. Дорога на Валга тоже вся почищенная, чистый асфальт, ехать можно быстро, не опасаясь о последствиях. Не экономят тут. Да, здесь видно, что на уборке дорог тартусские, как тартусский уезд, не экономят. Все убрано. Обильно обработано, да, обработано. Снег полностью весь растаявший, льда на дороге вообще нету. То есть все очень даже неплохо. Если сравнивать с Адавиром, а день и ночь. Так что делаем выводы. В Адавирума вечно на людях экономят. На нашей машине мы уже проехали 400 тысяч километров. Это даже представить невозможно. 400 тысяч километров, если сравнивать, что это такое? Это 10 раз вокруг Земли по экватору. Ну что ты, давай. Испугался-то весь. Маленький. Подожди, Андрей, подожди. Давай, бегай. Молодец, умница, молодой пацанчик. Побежал. Бедный, он тоже заметался. Вы это видели? Вы видели этого оленя, перебегающего дорогу? Я даже не это знаю, кто это. Красивая маленькая. Ну это не знаю, оленёнок. Мальчик, оленёнок. Вот. Так что, приезжая в Эстонию, будьте внимательны. У нас столько дичи бегает по полям. И косули, и олени, и лоси, и зайцы, и лисы, и кабаны ходят через дорогу. То есть смотрите в оба. Днем еще ладно, видно хорошо далеко, но ночью, когда фары, свет фар попадает в стаи кабанов, это, конечно, жесть. Так что берегите нашу природу эстонскую, не давите наших животных. А мы уже едем в обратную сторону. Валга мы не доехали 40 километров, решили, что смысла ехать до Валга нету, так как дорога хорошая, чистая, чего-то смешно. И какой
какой смысл до туда ехать, проверять дорогу, если она и так хорошая. Мы разворачиваемся, теперь едем обратно домой в Нару. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Но если вам не понравилось это видео, ставьте пальчики вниз. Пишите в комментарии все, что вы думаете о наших обзорах. Обзорах дорог эстонских. О нас! Да. Нам интересно всегда послушать, что думают люди. Особенно если люди, которые не живут в Эстонии, то есть живут в других странах. У них совсем другая жизнь, у них другие дороги, другие машины. Рассказывайте в своих комментариях, как у вас дела происходят. А так, всем пока. На этом мы заканчиваем наш обзор дороги Нарва-Валга. Да, мы уже приехали в Тарту. Всем удачи. И не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Надо же, я это сказал, Оль.